В небольшом уютном зале 6-й спортшколы настоящая праздничная атмосфера. Что еще подарить юному боксеру, как не участие в турнире? На открытии соревнований были отмечены наши ветераны – Грошев, Якшилов, Скорик, патриарх оренбургского бокса Столяров. Регламент Кубка Зауралья можно назвать «стенка на стенку» – сборная Дюсша номер 6 против остального мира. Своим наиболее отличившимся по итогам года воспитанникам тренеры школы подобрали спарринг-партнеров из других команд – Оренбурга, Солилецка, Красногвардейца и Октябрьского. В прошлом году у нас приезжали Казахстан, Татарстан, Башкирия. В этом году чуть поскромнее. Вот, но, тем не менее, как бы сборная школы, сборная остального мира. И как бы от ребят, ну, требование одно, чтобы вышли на ринг, показали красивый бой, показали то, чему они научились, то, что они умеют, посмотрели друг на друга, как бы, чтобы в Новый год уйти с новым настроем, с таким, с боевым, чтобы, ну, ошибки свои все увидеть, то, что мы все бои записываем, разбираем после этого, ну, и как бы детей поздравить с праздником. Участники разбиты на три возрастные категории – юноши, юниоры и взрослые. Соответственно, и уровень подготовки разный, но организаторы постарались, и вне зависимости от исхода поединка в подарки вручались всем, а победители получали еще и красивейшие кубки. У некоторых – самые первые в коллекции. Анатолий Юденич, Дмитрий Примачек, новости дня.